Здравствуйте, это Pumping School, это третий видеоурок. Сегодня мы с вами поговорим о такой мышце, которая соблазняет всех девушек. Евгений нам покажет эту часть тела. И это пресс. Сегодня мы будем прокачивать верхний пресс и нижний пресс, а также и косые мышцы пресса. Для укрепления вашего пресса и подкачки существует множество способов. Enjoy. Самый распространенный вид для прокачки и усиления пресса будет поднятие ног на брусья. И делать это надо без раскачки. Для тех, кто не может поднять прямые ноги на брусьях, тогда поднимайте согнутые ноги до груди. То же самое, как поднятие ног прямых. Третьим способом для прокачки пресса будут поднятие ног и перевода их со стороны в сторону. При этом у нас прокачивается выносливость, косые мышцы и пресс. Вторым видом прокачки пресса будет выглядеть так. Это делается на шведской стенке. Вы поднимаете ноги в уголок. Для тех, кто не может и только начал заниматься, поднимайте просто ноги, согнутые в колени. И также можно убить сразу два зайца. При поднятии ног мы делаем такие дуальники. А теперь о количестве. При поднятии прямых ног мы делаем около 20-30 раз, а при поднятии ног согнутыми в коленах будем умножать на 2. С вами были Дмитрий Гуляк и Евгений Кубанов. И сегодня мы вам рассказали, как накачать красивый, упругий и рельефный пресс, который может соблазнить любых телочек, чик, козочек. И девчат. Конечно же, прокачивайтесь и смотрите «Школу подкачки».